Пристроить бойких наследников спортивной секции спортшколы «Олимпиец» пришли вместе с детьми больше сотни родителей. В рамках акции «Запишись в спортивную секцию» показательные выступления провели ребята из секций бокса, греко-римской борьбы, восточных единоборств, художественной гимнастики, гребли на байдарках и каноэ, футбола и, конечно, королевы спорта – легкой атлетики. Вот что привлекает тебя именно в легкой атлетике? Чем тебе она нравится? Воспитывает выносливость, во-первых, физическую подготовку, что сейчас в наших детях, в младшем поколении, очень ново, грубо говоря. Вот. Ну, физическая подготовка в основном меня привлекла, мне нравится, меня тянет сюда. Конечно, многих родителей беспокоит вопрос, с какого времени можно вести ребенка на спортивные занятия. И если раньше отбор по некоторым дисциплинам был весьма строгим, то сейчас, после щадящей возрастной адаптации спортивных программ и нагрузок для начинающих, буквально в любую спортсекцию с радостью возьмут уже и в раннем школьном возрасте. Почему вы отдали свою дочь на спорт, на художественную гимнастику? Ну, потому что я считаю, что спорт всегда помогает жизни. Во всем. Абсолютно закаляет характер. А также, ну и просто физическое здоровье. Немаловажно. По своим детям скажу, не знаю, как по остальным, но заметно, да, то есть дети стали более как бы собранными, более, ну, не то что занятыми, а более эффективно, качественно проводящие свое время. То есть они успевают и поиграть, и погулять, и спортом позаниматься. Ну, я считаю, что спорт – это самое главное, что есть в жизни. Они, вот девочка уже с 3 лет занимается, он с 4, фигурным катанием. Решили еще что-нибудь новое попробовать. Человек будет занят, он не будет болтаться на улице, непонятно где, будет предель, будет стремиться к успехам спортивным. В общем, мнение родителей практически единогласно. Занятия спортом укрепляют как физическое, так и нравственное здоровье ребенка. Больше времени чадо проводит под присмотром инструкторов и, соответственно, меньше времени праздно шатается на улице. Так что, перефразируя крылатую фразу русского поэта 19 века Николая Некрасова, «Чемпионом можешь ты не быть, но спортсменом быть обязан».